По меньшей мере 13 человек погибли и почти 3000 семей были вынуждены бежать из своих домов в результате сильных наводнений в Кении. Их вызвали проливные дожди. Больше всего страдают округа Кисума и Кириньяга. Жители низин призвали эвакуироваться. Разрушены здания и сельскохозяйственные угодья. Сообщается о гибели более 300 голов домашнего скота. Повреждены мосты. Из-за этой воды люди не могли пройти по мосту через реку Тиба. Одна женщина попыталась пройти, но утонула. Мы искали ее весь день и нашли в русле сегодня. Дождевая вода затопила мой дом. У моих детей сейчас нет безопасного места для сна. Они вынуждены спать на стульях. Трудно даже найти место для приготовления еды. Местные жители призывают правительство улучшить инфраструктуру. Особенно учитывая то, что в последние годы осадков здесь выпадает все больше. Мы не в первый раз страдаем от наводнения. Мы просим национальное правительство и власти округа построить плотину, чтобы сдержать воду и уменьшить последствия наводнений. Прогнозы синоптиков неутешительные. Как ожидается, проливные дожди продолжат идти по всей Кении.